Приветствую вас. Мне, честно говоря, кажется, что вы не то чтобы прямо боитесь того, что было, потому что этого все-таки уже нет. Я думаю, что вы боитесь своих чувств по этому поводу. Я думаю, что вы именно вот боитесь. Вы боитесь именно своих ощущений, вот, которые, ну, связаны вот как раз с той ситуацией, с теми ситуациями связаны, вот. Я думаю, что вы боитесь именно вот своих, ну, переживаний, своих эмоций, я думаю, вы боитесь. Вот. То есть, я думаю, что дело в этом, как мне кажется. Вот. И если это так, действительно, если это действительно так, то вот момент, с которым вам нужно работать. То есть именно с тем, чтобы позволить своим чувствам, да, чтобы позволить своим ощущениям быть. Вот это, мне кажется, очень важным моментом, если, конечно, вы хотите свою проблему раскрыть, если вы действительно хотите свою проблему проработать, потому что, ну, никакого вопроса вы не задаете в своем тексте. Вы не задаете вопроса, вы не задаете вопроса к психологу, вот, и не очень просто понятно, что вам нужно, и готовы ли вы что-то делать. Да, то есть, ну, готовы ли вы что-либо менять в своей жизни сейчас? Я думаю, что для начала можно было бы сформулировать вопрос, чего вы хотите. Но здесь, в принципе, понятно, у вас высокая степень, высокий уровень травмированности имеет место быть. Вот. Но травмированность поддается терапии, но это не какой-то такой, знаете, быстрый достаточно процесс. Вот. Это определенная работа, это определенная работа, все-таки над собой, это определенная работа с собой, это определенная работа с своими чувствами, да, со своими желаниями, это определенная работа с тем, что вам хочется, это определенная работа по корректированию, скажем так, своего поведенческого актива, вот, который у вас есть.
вот, и которым вы пользуетесь для достижения, ну, для достижения своих целей, да, своих желаний и так далее. Так что работа со сновидениями также возможна. Более того, у ваших снов есть, по-видимому, причины ваших снов, есть, по-видимому, основания, ряд оснований, в частности, мазохистические, возможно, и через, ну, через данный аспект, через мазохистический аспект, вы можете стремиться к единственной форме любви, которая у вас есть, ну, которая вам, грубо говоря, доступна. Вот. В этом нет ничего плохого. Но это оставляет вас, по факту, неудовлетворённый. И с этим нужно работать, да. С этим можно и нужно работать, с этим можно и нужно взаимодействовать. Так что, то, что вы написали на сайт, это начало, это хорошее начало, но этого мало. То есть это именно что только начало. Вот. Это первый шаг к достижению ваших целей. Дальше, следующим шагом будет терапия. Ваша терапия, значит, ну, по поводу тех моментов, которые вас беспокоят на данный момент. Здесь и сейчас. То есть, понимаете, опять же, вы живете, по сути, просто. То есть вы живете тем, чего нет. Вот. Ну, нет, просто нет того, чем вы живете. Вы думаете о прошлом, потому что нет настоящего. Настоящего нет, потому что вы обесцениваете все свои интересы, которые у вас есть. Будучи в глубине души, согласны с родителями, что вам относились так, как нужно, что вы такая вот, что вы какая-то не такая. Так что, зачем? Зачем от всего этого избавляться? Ну вот от того, что у вас есть сейчас, зачем от этого избавляться? Чтобы что? То есть, как бы, что вы получите? На данный момент ничего. На данный момент ничего.
И необходимо, чтобы вы захотели. Чтобы вы захотели что-то сделать. Чтобы вы захотели этого. А захотите вы, то только в том случае, если будете к себе прислушиваться. Поэтому первое — это работа с эмоциональным интеллектом, потом с детско-родительскими отношениями, вот. Потом, возможно, уже можно будет говорить о том, чтобы вы начали смотреть, ну, куда-то в будущее, куда-то вперед, а не в прошлое, как сейчас. Не копить себе обиды. Вот. Вот так. Такой ответ, я думаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация изменится к лучшему. Вот, и вы все-таки обретете гармонию. Всего вам самого доброго.